Всем привет, ребят, с вами снова Хик, и в этом видеоролике мы с вами узнаем, что будет с миром GTA 5, если ввести все чит-коды, которые присутствуют в игре. Разумеется, мы будем делать это за персонажа Тревора, потому что он, сука, безумен, а если ввести все чит-коды, будут безумие, сука, только безумие и больше ничего. Для этого мероприятия я выбрал именно Аллею Славы, для того, чтобы все эти люди, сука, которые стоящие рядом, прочувствовали всю мою мощь, когда я ввожу все чит-коды. И давайте же не будем тянуть и сразу же приступим к выводу чит-кодов. Их не так много, но они довольно-таки интересные. А также примечание того, что я не ввожу чит-коды, которые спавнят транспорт. Потому что это незачем. Это не меняет окружающую среду и никак не влияет на геймплей. Просто тачка появилась и все. Я начинаю. Вот и все, собственно, я включил все чит-коды, и давайте посмотрим, как поменялся мир, мать его. Жестко качает камеру, это мои первые ощущения. Тревор выглядит не очень, по его лицу понятно, что, черт возьми, всем пи***! Там что-то был какой-то чит-код подобный на какую-то атаку. Ёб твою мать! Спасибо за базуку. Окей, хорошо. Я быстро бегаю, кстати. Я могу быстро... Вау, бич! Хэнкок, марафака. Хорошо. Мне, в принципе, нравится. Эй! Вау, прикольно, кстати. Привет, пацаны. Женщина! О, нифига себе, гравитация минимум тоже, смотрите. Я могу ее давить взрывом, мать его. Бич! What the fuck? Офигеть, как клёво, кстати. Тут еще должны не гореть, типа. Но они и без того хорошо летят. И без горения, собственно. Так, а что будет, если я взорву? Типа, взрыв на взрыве, что-то как-то какая-то масло масляное. А, кстати, у меня сломо при прицеливании. Ну да, типа, дважды взорвалась. Интересно, кстати. Так, хорошо. Давайте, допустим, я сейчас добегу до воды. Ну, я знаете как, я... Сука, я хотел сказать, что я сделаю это необычно, но... Твою налево. Твою мать его налево. Вот так вот, я хочу через крышу это сделать. Я же быстро, точнее, высоко прыгаю теперь. Вау! Вообще клёво. Офигеть, я как Хэнкок какой-то, мать его. Мув, бич, давай. Мув, блядь. Мув, сука, да не этот мув. Прыгай давай на крышу. Вау! Не, это клёво. Это клёво, вот этот прыжок... Мега прыжок самое то для GTA 5. Уху! Потому что, ну, большинство окружения окружают именно какие-то здания, и неохота все объезжать. А тут взял бас, хороший чит-код вел, и теперь все хорошо. Ну-ка, отвали. Отвали, мать твою. Пипец, теперь каждое оружие как базука. Это необычно. Так, где вода-то вообще находится? Привет, китаец, мадафака. Пипец, они так круто летают. Почему-то все время взрывается под ними. Это я не понимаю, в чем. Почему? Но, видимо, так и должно быть. Я не верю в чудеса! Давай, обрекламный щит, мать твою. Обрекламный щит. Я тебе помогу, дружище. Хорошо, хорошо летишь, мать твою. Вау, прикольно, можно так подкидывать, подкидного играть. Это забавно. Ну-ка, я смогу его догнать. Ага, смог догнать. Ядрить. Ядрёна вошь. Я бы так хотел полетать. Подкиньте, плиз. Спасибо. А, режим кончился, да? Твою мать, твою мать. Вот вы суки! Бездушные, я их полчаса водил. Тут, оказывается, у сломо есть три уровня, мать его. И я сейчас на третьем попытаюсь дойти до этих прохожих и показать вам, как я буду бить. Но пока давайте я вам покажу, пока он идет, мать его. Я вам покажу, как он ударяет и не прохожих. Ну, типа того. Ну, типа, я хочу дойти до них, я хочу им врезать. Я хочу им врезать сломой, посмотри, как они летят. Кстати, это максимальный уровень третий. Давай, мать твою, быстрей! Черт, они смотрят на меня, они, кажется, что-то подозревают. Ну, я так не думаю. И... Короночка, Тревор! И... Бич!
Oh my goodness, so fucking shit, он меня ударил прям в нос, помогите ему кто-нибудь. Агрессор из слева, Тревор. Агрессор из слева, давай. Другой ногой. И кто первей? Ах ты, мать твою. Давай, толкай его, сука, на кепка минус. Кепка минус, забери себе. Давай, и право. Пащ. И еще раз. Правый посильней. Он потерял сознание почти. Давай, добей его, мать твою. Добей его, мать твою. Хорошо, полетел с ног, сбил, значит, уже нокаут. И второго тоже так же. Второго, мать твою, точно так же, давай. И нет, он замахивается. Тревор успеет вперед. Нет, получает, пропускает удар справа, твою мать. Только не это, эпичная битва. Просто битва. Нет, Тревор, он тебя толкает. Тревор, его друг уже в нокауте. Тревор, он один. Тревор, он без поддержки. Тревор, с ноги в пятак. Хорошо, ты ему ударил, Тревор. Давай теперь по-другому, по-другому. С правой давай закончим это дело, мать твою. Закончим, хорошо. И он прям в этот, в кустарник сейчас упадет. Он еще живой. Ой, сука, на ногах, Макгрегор. Твою мать, давай. Почищило, бам. Все, теперь он отдыхает вместе со своим дружком, Педиком. Тревор, он кажется уснул. Он кажется, мать его, уснул. Мне стало все-таки чертовски интересно, как это быстро плавать в GTA 5. С помощью чит-кода, разумеется. Давайте же введем его и посмотрим, что будет. Быстрое плавание, чит активирован. Давай, погнали. Посмотрим, на что это, сука, годится. Хорош. И что это за хрень? Разве это, сука, быстрое плавание, мать твою? Это быстрое плавание? Ты что, смеешься, мать твою? Ты смеешься, мать твою? А ну-ка, под водой может быть. Да это хрень собачья. Это ни хрена не быстрое плавание, это какая-то хрень. Ну, в принципе, как и бег. О, май годнес. О, нифига себе, парень утонул. Помогите, ему нужна помощь. От меня не уйдешь. I kill you! Ту-т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 у